jasno? Gdje si res prenosi lijeva, 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 lijeva i ničemu ne želi. Dakle, svega rada prenosi lijeva, lijeva, pravo. Ja, čemu je ta sama je vana? Noga, na katoru prenosu vijes. Noga, na sudo, na katoru nada ataka. Атака на эту ногу вам позволяет победу. Если вам атака на ногу, которая тоже стоит, тогда не будет соперника. Посмотрите. Когда делаем шаг, он делает шаг на эту ногу, он изменит свой вес. Ясно? А если он на эту ногу, а я попробую на вторую ногу, он нормально. Это теория. Еще. Шаг, я все сделаю на эту ногу. Если он делает шаг, а я делаю соперника, я не хочу помогать ему. Понял? Ну, поэтому я говорю, что самое опасное – этот шаг. Он приносит вес на эту ногу. Я могу сделать так, так. Все, что сделаю, я его бросаю. Понял? Но говорили, что шаг сделает и сторону. И ну, а как на лаборатории. Тогда не так. Всегда ширина слегка. Что я делаю? Никогда не так в дзюдо. Да? И что делаем? Если я делаю один, два, три. Это опасно. Он знает, что я работаю. Он знает, что я движение будет родственно. Я сопернику позволяю только один шаг. Второй шаг это атака, запомните. Первый шаг это разработки, это первый шаг. Второй шаг. Второй шаг. Да? Потому что если сделаем третий шаг, он будет бросить меня. Он не будет позволять меня работать. Понял? И что я делаю? Сделаем один шаг, два, три, обменяем два и направление. На вторую сторону, чтобы достал брат. Понял? И сейчас попробуем. Два шага. Сторону. Обменяем два. И на вторую сторону. Yeah.
все и все так. Продолжите его движение. Почему? А я его вставаю. И он стоит на сзади. Он идет. Я ему помогаю. А это же движение. Только не раз движение. Вот так. Не остановись. Не остановись. Да, не остановись. Да. Это перестроится. Ну да, 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 да. Если не позволяет, то теперь это 2. И мы можем 2 и 2.
Остановись. Он сел, через который я сел. Ну, парень, хорош. И его стоп. У меня 56 лет, и он 20 лет. Скажи.
Когда сделаем шаг, как болеть должен находиться в шаге. Ясно? Если стоять на петле и работать на петле, то я делаю шаг назад на петле. Я попадаю на свою спину. А если я находиться в шаге, когда назад, в сторону, через иду, я всегда в равновесии. Это самое важное. Если вы что сделаете, сделайте или полные ноги, или на петле. Почему не надо сделать с полной ноги шаг? Посмотрите. Если я сделаю ротацию, мое тело, бедро, держа, все, сделайте ротацию. Но мое положение не отчет. Это настало. И что я сделаю с этим коленом? Сломаю его. Да. Я сам себе сломаю колено. Потому надо найти, как балерина. Им очень легко делать пируэты. Вид посмотрел. Потому что мы на цыпочках. И когда сделаем ротацию, я на цыпочках. И пету, и колено, и бедро, и плечо. Вокруг. Движение. Понял? И тогда не будет мое колено потеряться. Ладно? Самое важное, когда делаю шаг, посмотрите. Что вы сделали? Сделайте так. И вам остается колено. Это проблема. Когда сделаете шаг, посмотрите. Мои ноги. Ребята, Thank you.
Thank you.